Меня зовут Сергей Ульянов, я из Минска, и мне 30. Пишу свои песни с 13 года. Ничего не заканчивал, никаких музыкальных школ. Сам сейчас прохожу обучение вокалу, учусь играть на фортепиано. А образование получил театральное. У меня свой музыкальный проект, я сам пишу песни, сам их исполняю. У меня вышел видеоальбом, там все 5 клипов, которые я снял на свой первый EP. Вот, прям можно целиком смотреть, если зайти на youtube.com/ulyanov, он будет там сразу весь, целиком. Увлекаюсь рекламой, веб-дизайном и, наверное, психологией, журналистикой. Ну, очень сложно сказать. Скорее, жизненные ситуации, опыт, вдохновение, оно вообще такое неосязаемое. Очень сложно понять, что произошло в твоей жизни. Скорее всего, эмоциональное потрясение. Хорошие, плохие. Да, но самое классное в этом, это то, что такие моменты позволяют тебе понять, насколько тебе вообще это важно. То есть, если для тебя музыка — это только повод к чему-то там, ты очень просто можешь с ней расстаться, но если это то, что для тебя на самом деле важно, и если ты понимаешь, что как бы там что-то не катило, не получалось, ты все равно не перестанешь это делать, то вот я сейчас нахожусь в такой стадии, когда я понимаю, что бы в жизни ни произошло, я все равно буду писать песни и выступать, и продолжать заниматься этим, потому что это то, без чего я себя представить не могу. Никто, кроме вас самих, на самом деле не может вам ничего в жизни посоветовать. Делайте так, как подсказывает вам сердце или что-то там, что вам подсказывает. Никого не слушайте, верьте только в себя и в свой внутренний голос.